Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Гомель – лепший областный центр для ведения бизнеса. У Минску вызначили пераможцаў и лауреатов республиканского конкурса. Город майстроў, выстава брендов и великий суместный концерт. Гомель рыхтует культурную программу до форума регионов. Вечно молоды. У регионе проходят урочистости, примеркованные до 100-годия комсомольской организации. Львы у городе, цирк на будущих выходных представить премьеру с уделом уникальных артистов. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Гомель признали лепшим областным центром для ведения бизнесу. У Минску вызначили пераможцев и лауреатов республиканского конкурса. Вось уже 11 годов, что год его проводит Республиканская конфедерация предпринимательства. Так, лепшим городом для бизнесу сёлета признали Барановичи, областным центром – Гомель, а лепшей в областью – Минскую. Пераможца судила экспертное жюри, у составе якого ведущие экономисты, представники державных органов и бизнес-ассоциации. Ни одно министерство экономики должно развивать малый и средний бизнес. И министерство финансов, и отраслевые министерства, и регионы. Вот почему вот это значение конкурса «Лучший город, район для бизнеса Белоруссии», ну мы как воду смотрели, как зеркало, когда много лет назад стали это внедрять. Вначале никто не верил, но сегодня бизнес дает реальную оценку активности того или иного региона. Указы главы государства по либерализации бизнеса, они начинают действовать именно на местах. Количество индивидуальных предпринимателей у нас увеличилось на 3,5%. Юридических лиц, ну, порядка процента. Немножко увеличилась доля отчислений в консолидированном бюджете города от субъектов малого и среднего предпринимательства. Узнагароды атрымалі і журналісты. Пераможца ў номінацыі «Лепшае асвятленне тэм прадпрымальніцтва ў рэгіянальных СМІ» наш корэспандэнт і вядучая Марына Джалая. Деловые перамовы, консультационный совет и выставы, а так само пакет документов на десятки миллионов долларов. Первый форум регионов Беларуси и Украины, который пройдет у Гомеля на этом тыдне, позволит активизовать сотрудничество помеж нашими краинами. Запомнится ён и великой культурной программой. Наши корреспонденты потекавились планами. Форум регионов – это перш за все сустречи, деловые контакты и подписанные погоднения. Але и культурная складающая мая не апошнее значение. Урэшце гомельчанам и гостям форум повинен запомниться яшчэ и як великое свято. Одним из первых его откроют удельники выставы подворка у Гомельской области. Уже с раницы 25 кастрычника яны пачнуць работу на улице Кожара. Мы постараемся сделать таким образом, чтобы могли увидеть и культурный, в том числе, потенциал нашей страны. Конечно, Гомельщина будет представлена большим спектром. При открытии выставки в манеже «Динамо» вся улица Кожара будет у нас представлена подворьями всех регионов Гомельской области. На подворьях будут представлены культурный потенциал, обычаи, обряды, ремесленники, игры. Конечно же, можно будет что-то интересное купить, поиграть. И всех гостей обязательно встретят музыкальные коллективы. У вечера 25-го кастрычника у Гомельским областным громадско-культурным центре пройдет концерт с символичной назвой «Дружба». Огульная колькость удельников – свыше 500 человек. Украину представят брендовые коллективы, у темлику ансамбль бандуристов, а от Беларуси выступят ведомые артисты. Республику Беларусь представят наши звезды Саша Немо, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева. Конечно же, ни в коем случае нельзя без заслуженного коллектива Республики Беларусь, нашего ансамбля «Сябры», наших земляков. У областным громадско-культурным центре отбудется еще одно интересное мероприятие – выстава брендов. Гомельская область представит все, чем гонорация ее регионы. От книгодрукования до ветковских рушников и будока шалевского ткацтва. Тут же можно будет увидеть традиционные народные костюмы. До их демонстрации зараз рыхтуются гомельские модели. Даже головные уборы, которые повязывались нашими женщинами, вот эти платки красивые, да, интересные фартуки, все вот это будет у нас представлено обязательно на выставке брендов Гомельщины перед концертом «Дружбы». Алексей Тюров, Олеся Рудянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И у протяг темы 25 и 26 кастрычника в рамках проведения форума регионов Беларуси и Украины у Гомеля пройдут масштабные кермаши.
Гандлёвыя рады разгорнуцца на плошчы паўстання і тэрыторыі прылеглай да абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па лёгкай атлетыцы па вуліцы Юбілейнай. Удзел у продажы прымуць сельскагаспадарчыя і перапрацоўчыя прадпрыемствы, айчынныя вытворцы тавараў лёгкай прамысловасці, гандлёвыя арганізацыі. Рэжым работы кірмашоў з 10 да 19 гадзін. Пры гэтым у месцах іх правядзення закрываецца рух усіх відаў транспарту. Паркоўка і стаянка таксама будуць забаронены. Мітынгам каля манумента камсамольцам-падпольшчыкам сёння ў Гомелі пачаліся мерапрыемствы, прымеркаваныя да стагоддзя усесаюзнага ленінскага камуністычнага саюза моладзі. Правапрыемнік ВЛКСМ Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі падрыхтаваў да юбілею спецыяльную праграму. Нашы карэспандэнты пацікавіліся падрабязнасцямі. Юбілейны мітынг – добрая падстава ўзгадаць гісторыю. У час існавання Савецкага Саюза не было ні адной значнай падзеі, удзелу якой не прымалі б камсамольцы. У гады індустрыялізацыі беларускі камсамол шэфстваў над будаўніцтвам гумсельма, шаршанскага льнокамбіната, шашы, Масква-Мінск. Восьмы з'езд ВЛКСМ заклікаў камсамольцаў быць сярод арганізатараў калектывізацыі. У гады вялікай айчыны сотні тысяч камсамольцаў, не чакаючы павестак, добраахвотнікамі адправіліся на фронт, а яшчэ былі ударныя атрады па лікбезе, паходы моладзі ў навуку, асваенне цыліны і стварэнне вытворчых вучнёўскіх брыгад. Мы тады займаліся производствамі ўчынічыскімі брыгадамі па выращыванню кукурузы. І через тем, што наша область заняла первае месца, мы былі делегатамі всесаюзнага совещання па производствам ўчынічыскім брыгадам в Москве. Юбілейныя мерапрыемствы, якія праходзяць на Гомельшчыне, з'яўляюцца складаючай часткай праводзімага ў Беларусі камсамольскага тыдня. У планах адкрыццё ў 12-й мазырскай школе адноўленай экспазіцыі, прысвечанай камсамолу. У Лельчыцах ад моладзі БРСМ і ветэранаў ВЛКСМ закладуць памятную капсулу. У Жлобіні запросяць прыняць удзел у фотаконкурсе «Камсамол у асобах». У гэтым жа раду пасадка маладзёжных алей. В этом году наша областная организация инициировала в честь столетия ВЛКСМ акцию «Столетие ВЛКСМ. 100 добрых дел». В ходе этой акции ребята со всей Гомельщины высаживают аллеи, разбивают клумбы, по благоустройству проводят целый комплекс работ. И это все под единым лозунгом «Столетие ВЛКСМ. 100 добрых дел». Значное место у списе святочных мероприятий надается с встречам молоди с ветеранами комсомольского руху. На открытом диалогу у Гомельской городской библиотеки размова о правопероемности і працягу ініцыятыў на роджангу камсамолі. Гэта і праца школы лідараў, і будатрадаўскі рух, і младзёжнае міжнароднае супрацоўніцтва. Ветэраны камсамольскага руху кажуць, што ВЛКСМ не проста знайшоў сваё месца ў грамадстве, а займаўся сапраўды карыснымі справамі. Праўда, паўтараць усё да дробязяў сёння ніхто не заклікае. Змяняецца час, змяняецца моладзь, але адно застаецца. Грамадска-патрыятычнае выхаванне для новай маладзёжнай рэспубліканскай арганізацыі па-ранейшаму прыярытэтная задача. Сравнить моего отца в молодые годы и меня нельзя, чтобы одинаковые. Почему? Потому что развитие идет. Сравнить сегодня меня и моих детей для невозможно. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что они гораздо умнее, гораздо креативнее и так далее. Но молодежь всегда была хорошей. Олег Сентюров, Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Працягваецца візіт у наш рэгіён прадстаўнікоў італьянскіх гуманітарных асацыяцый. Сёння дэлегацыя з Эмілія, Раманія наведала дзіцячае аддзяленне абласной псіхіятрычнай бальніцы і лукаўскую дапаможную школу-інтэрнат. Госці азнаёміліся з умовамі быту, выхавання і лячэння. Асаблівую цікавасць у іх выклікалі падыходы да сацыяльнай адаптацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Тэму працягне Яўгенія Кухаронак. Госці з італьянскага рэгіёна Эмілія-Раманія не ўпершыню на Гомельшчыне. Нас звязвае некалькі дзесяцігоддзяў цесных гуманітарных адносінаў. Пачалося ўсё пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Італьянцы арганізавалі дабрачынную праграму па аздараўленні дзяцей з пацярпелых раёнаў. Яна дзейнічае і сёння. Да прыкладу, выхаванцы ў лукаўскай дапаможнай школы-інтэрната штогод наведваюць Італію ў летнія месяцы. Дети, имеющие умеренную интеллектуальную недостаточность, приглашаются ежегодно на оздоровление и целый месяц находятся в Италии, да, на протяжении июля в разных регионах. Поэтому мы очень благодарны и организаторам этого проекта, и всем небезразличным жителям Италии.
За мяжой їх обследують медицинские специалисты. Выники досылаюць у Гомель. Были выпадки, когда итальянцы знаходили у детей тяжковызначальное захворванне. Непосредно лечение проводили на Гомельщине. Сегодня тут, у школе-интернате, навучается 115 детей, 90 из них сироты. Один учебный предмет, по яким выпускники установы сдают экзамен, это працоўнае навучанне. Для хлопчиков организована столярная справа и слясарная. Для девчинок – швейное майстерство и садовництво за огородництвом. Удельный вес часов трудового обучения очень большой. По-перше, предмет дает лечебный эффект. По-другое, выпускники могут связать свой дальнейший лёс с этими профессиями. Такий адукационный подход итальянцы оценили по заслугах. Иншая справа – медицина. Для знакомства с методами лечения особливых детей делегация наведала Гомельскую областную психиатричную больницу. У отделения для неполнолетних зараз находится 38 пациентов. С ними працуют разностайные специалисты, и после курса лечения дети вертаются до родных. Подчас наведывания больницы замежных гостей цікавіла як медицинская практика наших врачов, так и организация повседневного быту маленьких пациентов и их занятки у вольный час. La nostra esperienza nel settore della psichiatria. Но сегодня речь уже идет о том, чтобы обменяться опытом в целом в теме психиатрии, несмотря на то, что на законодательном уровне существуют некоторые особенности и некоторые различия. Мы выходим на другой уровень. Это стажировки, это обмен нашими специалистами, поскольку это очень востребовано и интересно обоим сторонам. Разом с тем, у центра уваги все ж таки застаются дети. Новые программы супрацовництва будут стычиться темы захования дитячего здоровья. Протягнутся и былые проекты, которые стали подмурком для развития сегодняшнего витка у наших межрегиональных отношениях. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У год малой родимы на Гомельщине изноу звернулись до истории старожитных традиций. Майстер-класс по бортництве провели у гомельским филиале Ветковского музея старообрадництва и белорусских традиций. Тысячегодовой историей взаимоотносина у людей и пчел потекавился Олег Сенсеров. От дикого пчелярства до пасечного бортництва у истории этот процесс занял около 12 тысяч годов. Когда после опошнего ледникового периода люди и пчелы начали жить разом на белорусском полесе, это заняток вельми популярный зараз. В некоторых вёсках колоды на вот дорость на веселье у якости дорогого подарунку. Финансовый аналитик одной из столичных компаний Иван Осипов, свободный от основной працы час, доследчик бортництва, кажет, что для его это больше, чем захопление, долучение до першобытной истории. Еще и сегодня на полете на высоких древах можно сустреть борти. Найстаражитный способ пчелярства, любимого занятку славян, жихаров лесов, заховался до нашего часу. Причем размова не только непосредственно в процессе сдобычи меду. Бортництво – это целый пласт культуры. Как мела моя пчела лосиные роги, лисиную простоту, медвежью силу и волчиную спритность. В этой замове не одно стагодие. До пчел наши протки у вогля относились с великой повагой и часто лечили их ровными себе. Он с ними как больше с дорослыми, не как с детьми там с ними фюфюкается, а все ж таки больше с дорослыми. На як одного узровню, да. Яны працуют, я працую. И коли их яны дозволят мне взять нечто в вынику в осенью, то я возьму, а так нет, все. Развитию бортництва на Полесе сприяло наявность великих лесных массивов. Правда, те дикие лесы и студно отрознивались от сучасных. На вот в 15-16 стагодях велизарные территории Полесе были необжитые. Пионерами освоения часто были бортники. У пошуках придатных для пчелярства мест, и они шли напереди землеробов, что надавало особливый статус уладальнику профессии у очах громадства. В первой полове 19-го стагодия бортництво страчивает свое былое господарчее значение. Сегодня пчел тримают переважно у вульях. Это и больше зручно, и больше беспечно. Нема потребы брать мед на великой вышине. Але засталося головное. Пчела и зараз – незвычайно шматгранный символ. И она уособляет мудрость, урадливость, працовитость, экономность, порядок и чистеню. Есть такая теория, что если исчезнут пчелы, то прекратится жизнь на земле. Это вполне может быть, потому что с точки зрения экологии, с точки зрения биологии, с точки зрения всего того, что нас интересует, на Земле существует два продукта, которые полностью усваиваются организмом. Это молоко и мед. Олег Сентеров, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». У Гомель привезли львов. Четыре из них имеют вельми редкий белый окрас. В ближайшую субботу яны выйдут на арену гомельского цирка. С 27 кастрычника по 2 снежня глядачов чекая новая программа «Империя львов». Разом с эквилибристами, гимнастами, клоунами на арену выйдут и самые разные живелы, у тем лику кони и ламы. Але зоркой программы повинны стать 8 африканских львов. Яны уже находятся у гомельском цирку. Первое знакомство с мясовой ареной заплановано на
сераду. Гэтыя львы прыязджалі ў Гомель 7 гадоў таму, але тады яны былі маленькімі і ўдзел у прадстаўленні не прымалі. Унікальнасць нумара, падрыхтаванага расійскімі артыстамі, у тым, што палова львоў маюць незвычайны белы колер і вызначаюцца асабліва непрадказальным норвам. Новая праграма анансуецца як цыркавое прадстаўленне з элементамі тэатралізаванага спектакля. Мы переносімся на 120 лет назад и играем такой спектакль, как будто бы наша труппа проездом из Парижа приехала впервые в Гомель. В нашей программе необычные животные, которые не так часто встречаются, например, мини-пиги. У нас есть ламы, у нас замечательные пони. Гвоздь нашей программы – это аттракцион со львами, 4 из которых белые, 4 традиционного окраса, 4 очень редкого окраса белого. Очень редко встречается, когда в аттракционе с хищными животными именно больше 1-2 белых львов, потому что они очень сложные в дрессуре, гораздо сложнее, чем желтые. Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельские таможенники в пассажирском поезде «Киев-Санкт-Петербург» обнаружили пистолет. При проведении таможенного контроля в пункте оформления Терюха служебная собака своим поведением указала на возможное нахождение в составе ограниченных или запрещенных перемещений через границу предметов. Четвероногий сотрудник не ошибся. В результате осмотра купе под пассажирским сиденьем был обнаружен предмет, который визуально схожий с огнестрельным оружием. Для локализации угрозы жизни и здоровья граждан были вызваны сотрудники Гомельского РОВД, а также Гомельская таможня как органа дознания. В связи с установлением всех обстоятельств произошедшего, задержка поезда составила около 2,5 часов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза. Сразу несколько серьезных происшествий, связанных с автотранспортом, произошли на территории Гомельской области за прошедшие выходные. В субботу примерно в 18:30 на автодороге Кобрин-Гомель, граница Российской Федерации, в районе Рандовского кладбища, водитель малолитражки сбил лося. Авария для животного оказалась смертельной. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. В машине помята крыша и выбито лобовое стекло. Но люди не пострадали. Небольшие травмы получила пассажирка, но после осмотра медиками была отпущена домой. В воскресенье в районе Химзаводского кольца по улице Объездной в Гомеле во время управления большегрузным автомобилем с прицепом скоропостижно скончался его водитель 1989 года рождения. К счастью, фура касательно задела металлические ограждения, установленные вдоль края проезжей части, и остановилась. По факту смерти проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Всего было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия. 2 человека получили телесные повреждения. В Гомельском районе, недалеко от пункта пропуска Новая Гута, Mercedes-Benz не поделил дорогу с Рено Лагуна. Водитель автомобиля Рено Лагуна при осуществлении разворота не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пассажир автомобиля Рено Лагуна получил телесное повреждение и был госпитализирован. И в этом же районе, в агрогородке Еремина, 40-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 34-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение областной больницы. У спасателей выходные выдались не менее напряженными. 21 октября огнеборцы Житковичского района ликвидировали пожар в деревне Кольна. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на полу был обнаружен 37-летний мужчина. Работники МЧС вынесли его на воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая после осмотра констатировала смерть. Огнем уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Сутками ранее светлогорские спасатели доставали из воды человека. Мужчина, слесарь одного из предприятий, оступился на набережной и упал с 3-метрового парапета в Березину. Уже через 8 минут прибывшие к месту спасатели извлекли мужчину из воды при помощи специального оборудования. Передали работникам скорой медицинской помощи. И с предварительным диагнозом общее переохлаждение тела, алкогольное опьянение, мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.
Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. Жлобинский «Металлург» побеждает в областном дерби. В напряженной борьбе «Сталевары» на выезде смогли одолеть хоккеистов из Гомеля. Как это часто и бывает в дерби, игра изобиловала множеством силовых приемов. Команды хорошо проявляли себя в защите. И потому голов зрителям пришлось ждать до середины третьего периода. «Металлург» вышел вперед благодаря усилиям Самохина. Хозяева под занавес матча отыгрались. Свое имя в протокол внес Юрий. Вырвать победу жлобинчане смогли в овертайме. Обметка стал автором победной шайбы. Все представители Гомельской области в чемпионате страны по мини-футболу одержали победы в очередном туре первенства. Светлогорский ЦКК одолел минскую команду «Охрана Динамо». Счет на табло по завершении матча отображает весомое преимущество хозяев – 6-3. Еще одно «Динамо» вступило в Гомеле. БЧ сломил сопротивление гродненского коллектива и в упорной борьбе смог добиться победы – 4-2. А ВРЗ, который продолжает погоню за лидерами в этот уикенд, порадовал своих болельщиков голевой феерией в матче с Микошевичем. Гранитом. Подопечные Анатолия Яновского отгрузили в ворота соперников 12 мячей. Гомельский «Локомотив» упустил победу в минувшем туре чемпионата страны по футболу в первой лиге. Железнодорожники гостили в Новополоцке, где встречались с местным «Нафтаном». Команды – соседи по турнирной таблице, поэтому ожидалась равная игра. «Локомотив» сумел выйти вперед уже на старте. На 5-й минуте отличился Санец. Свое минимальное преимущество в счете футболисты смогли сохранить практически до завершения матча. Однако хозяева поля не намерены были уходить побежденными. Отыграться они смогли благодаря точному удару Жука. Итог 1-1. «Локомотив» остается на 7-й строчке турнирной таблицы. В Турции завершился чемпионат мира по армрестлингу. Серебряную медаль завоевала гомельчанка Татьяна Калюк. В весовой категории свыше 80 килограммов. В финале на левую руку спортсменка уступила неоднократной чемпионке мира и Европы из Литвы Эгли Вайткуте. В соревновании на правую руку Татьяна Калюк совсем немного не дотянула до медали, заняв 4-е место. В Бресте завершился Кубок страны по спортивной гимнастике. Команду области представляли спортсмены Гомельской «Сдюшор номер 4». Мужских групповых упражнениях победу одержали Савелий Осипов, Алексей Минков, Игорь Колбасов и Матвей Пранкевич. В мужских парных упражнениях лучшие Алексей Заяц и Артем Ященко. В женских групповых упражнениях победу праздновали Кристина Лешова, Алина Кандюлева и Анна Кацуба. В результате сборной области заняла первое общекомандное место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4».